Здравствуйте. Вот пришла моя вторая посылочка из iHerb. Перед тем, как его открывать, я хочу вам рассказать свои впечатления о двух товарах с предыдущего заказа. Если вы не видели, я оставлю ссылку предыдущего заказа моего с iHerb. Прежде всего хочу сказать тут про эти Maxi Hair витамины. Я пропила треть. Здесь 90 штук, надо пить 2 штуки в день. Но я пью одну, потому что, во-первых, они здоровы, но даже дело не в этом. Просто я как бы мало вешу, да, 49-50 килограмм. Я думаю, что если женщина, допустим, 80 килограмм пьет 2 штуки, и я одну, то есть я боюсь пить, вот, мне кажется, все-таки надо индивидуально подходить, да, и нет людей, скажем так, одной нормы, да, то есть все люди разные. Я считаю, что мне 2 много, потому что у меня вес не такой большой, скажем так, да. Поэтому мне хватит на 3 месяца. Почему я решила вам сейчас про них рассказать? Я почувствовала по ногтям, что они действуют. То есть я чувствую, что ногти стали крепче. Комплекс для здоровых волос и кожи, и сильных ногтей. Вот, не знаю, как проявится на волосах, на коже, но на ногтях точно работает. Еще хочу сказать, что давно слышала, 100 лет назад, что как проверить, не пустышка ли витамины. Именно витамины. Что если они не пустые, там правда есть витамины, то меняется цвет мочи. То есть, ну, не весь день, а именно с утра, допустим, вы выпили, да, и вы увидите, что должно быть правильные витамины, если вы пьете. Цвет должен быть такой, как лимонный. Вот. И я всегда так проверяю, скажем так, когда я раз-два где-то в год пью разные витамины, витаминный комплекс, и всегда так проверяю. Если моча меняется, значит, они не пустышки. Вот это вот не пустышка. Это я вам точно могу сказать. То есть цвет мочи изменился. Ну, именно с утра. После приема, то есть если вы будете там в обед выпить, значит, она у вас через пару часиков окрасится. Это значит, витамины присутствуют. В общем, советую. Мне понравились. Буду их пить дальше. А второе, что я хочу вам рассказать, мне очень понравился вот этот цинковый крем. Я его брала, честно говоря, до кучи. Он мне там попался просто случайно на экран, как реклама, там, я уже не помню чего. Он, как бы, его покупают девчонки с проблемной кожей. То есть я его взяла, для, чтобы прыщики присушивать. Там многие девчонки, я прочитала, они знают, как делать. В общем, эта цинковая паста не как наша. Я тоже думала, что типа аналог наш, только в тюбике. Нет. Она цвета пудры, она не белая. То есть вот так вот мажете, видите, он как BB-крем, что ли. То есть многие девчонки, подростки, там у кого проблемная кожа, там, они вообще на все лицо его наносят. Я его точечно наношу. То есть на ночь именно. Если я вижу, что какой-то прыщик, я его так вот мажу, и он подушку не пачкает. Он, знаете, он именно вот подсушивается. То есть мне кажется, что наша паста цинковая, она все-таки она не так сохнет, она все-таки ее очень легко стереть. Вот эту нет, она через какое-то время такая матовая становится. На все лицо я не пробовала, но эффект такой BB-крема, что ли. То есть, не знаю, если у кого-то очень проблемная кожа, может быть, даже можно тонким-тонким-тонким слоем. Если толсто, конечно, будет очень видно. А тонким, вот даже по руке, видите, красивая такая бархатная кожа. То есть, имейте в виду, что он цвета пудры. То есть, его можно совсем тоненько вот нанести на лицо, и он даже не будет вот так вот виден, знаете, как белое, если что-то намажете. И он реально подсушивает. Я прям вообще в восторге. Тратится. Тут вообще чуть-чуть, я не знаю, его хватит, наверное, ну, на года полтора точно. То есть срок годности здесь хороший. Ну, то есть, ну, я хотела с вами поделиться, что мне понравился этот цинковый крем. Так, ну что, приступаем, открываем. Не всегда хорошо упаковывают. Очень быстро доход, я считаю, посылочка. Что-то дней за 10, что ли, она ко мне пришла, я уже. Значит, что я вам хочу показать, что мне понравилось. Вот, видите, спонжики в этот раз. Я в тот раз его брала на пробу, потому что я их столько перепробовала. И очень часто мне все не нравилось. Но так как мой уже, извините, видите, то есть я его как мою, конечно, тоже мою его все время, но все равно очень у меня есть устойчивые тоналки.
И я решила еще заказать, чтобы чистенькие были. Значит, она очень классно работает в том плане, что вы ее обязательно перед каждым используем, смачиваете. Она становится очень мягкой. И вы знаете, такой слегка, она как бы выжимаете всю воду, она увеличивается в размере и становится очень-очень мягенькой. Очень удобно наносить тоналку. За счет того, что она становится такой мягкой и немножко влажной, распределение просто идеальное. То есть мне очень понравилось. И поэтому в этот раз я взяла две. И так как бы, ну, выгоднее брать, чем одну. Если она не дешевая. Конечно, цена у нее мне не понравилась. То есть, если вы хотите попробовать, возьмите сначала одну, вдруг вам не понравится. Но мне очень понравилось. Вот, я решила взять уже, чтобы мне на все лет хватило. То есть, все, две штуки, чтобы по 100 раз заказ не делать. Вот, советую, мне очень понравилось. Но обязательно ее смачивайте. Вот, вы знаете, тут, короче, я для себя узнала, что... Я раньше вообще не заглядывала там на этом сайте. Есть, оказывается, раздел пробников. То есть я-то думала, ну, пробнички – это такие вот маленькие штучки, кремики. Нет. Там как бы в плане как бы рекламной акции вы можете один раз только заказать. Не каждый раз, не по 10 пробников. Вот, они как бы фиксируются на ваше, скажем, имя. То есть, например, вот этот крем стоил 7 рублей. А так он дорогой. Но за счет того, что как бы я его как пробник беру, то есть я его беру попробовать. То есть, вы знаете, ну, здесь прилично, здесь 70 грамм, он не маленький. Вот, с органовым маслом. Вот, конечно, за 7 рублей, вы что, это потрясающая органическая косметика. Тут все натуральное, без всяких химозы, и за 7 рублей. Имейте в виду, я, наверное, оставлю вам ссылку, если не забуду, вот, про эти на пробники. Там есть, но там нельзя много брать, вы знаете, он не дает больше двух товаров, что ли, как-то автоматически там посмотрите. Потому что второй товар в пробниках я взяла пребиотики. Сейчас я точно не помню, но, грубо говоря, там они, например, стоили 500 рублей, а если в плане пробников, то 250. Но тоже вы берете как бы один раз, как бы попробовать продукт. То есть здесь он с вкусом малины. Я хочу на отдых его взять, потому что у меня вечно там... чуть не то съем. И здесь он очень, я читала в описаниях, там очень хвалят, что он вкусный, с малиновым вкусом, и вот как бы помогает с желудком. Пребиотики, в общем. Без сахара они, можно, вот здесь написано, вегетарианцам там. В общем, он очень такой, скажем так, без химозы всякой. Пребиотики. Вот, это тоже я по пробникам. И имейте в виду, обратите внимание, если пойдете в эти пробники, там можно вообще классные комплексы витаминные взять. Я тоже все так думала, но мне надо было выбирать. Там нельзя все сразу набрать. Там можно даже взять, там эти Q10 пить, там, ну, разные витамины. Вы берете как бы там в банке 30 штук, вы представляете? И дешевле там на 70%, если вы берете в качестве пробника. И там можно, извините, взять и месяц пить... хорошие, очень классные там витаминные комплексы, там разные, по-моему, и прополис, и чего только нет. Но вот он как бы ограниченное количество, можно взять один раз. Но, извините, месяц можно пропить. Там чуть ли не по 100 рублей они. Я не буду вам сейчас врать, но я помню, что цена меня просто поразила. То есть там витаминные комплексы по 100 рублей, которые... А если вы потом хотите купить, они очень дорогие. То есть я думала там Q10 взять, может, в следующий раз возьму, пропить месяцок просто. Тоже за 100 рублей шикарные витаминные комплексы. Так что обратите внимание. Вот. Что я вам хотела показать. Тут так, знаете, по-английски, я не соображу, потому что по-русски там все по-другому называлось. Потому что здесь один вяз, а другая куркума. Антиоксидант. Где же тут куркума-то, интересно? Вот это, наверное, вяз все-таки. Судя по рисунку. Потом буду переводить. Потому что вот это куркума, точно. Похоже. Потому что у них написано туркмерик. В общем, я очень давно хотела куркуму взять. Читала, что это чуть ли не в десятку продуктов входит, золотых продуктов, которые, скажем так, для долголетия человека очень полезны. Полезны людям, которые страдают гастритами и так далее. Вот, у меня... бывали такие проблемы, его можно пить, то есть вот куркума считается очень полезной, а понимаете, в капсулах удобнее это все пить,
чем вот брать как пряность, разводить ее в воде, она специфически. Вы можете просто купить куркуму обычную и развести ее в молоке, в чае, там многие делают, но я не могу вот эти вкусы пить, я в себя, мне проще выпить капсулу, чем вот это все разводить. То есть я решила пропить куркуму вот так вот, курс в капсулах. Вот. И там мне в описании, когда я покупала куркуму, так как она тоже связана с желудком, мне попалась, я не знаю, когда сейчас его буду пить, просто я взяла, там цена хорошая была. Это какой-то экстракт вяза, то есть он, у кого там язвы, гастриты и так далее, он, обволакивая стенки желудка, ну, в общем, он очень, скажем так, облегчает, скажем так, лечит даже, можно сказать, вот эти язвенные и гастритные повреждения, да, вот в желудке. И я там такие хорошие отзывы прочла. Я решила тоже, ну, я куплю, я не знаю, когда его буду пить, потому что я хочу куркуму пропить. Вот. А, девчонка взяла, вкусно, очень вкусно пахнет. Это кидать в ванну такие шарики, и там должна быть игрушка. Я вам не знаю, какая там игрушка, что там внутри. А, здесь какая-то лягушечка. Здесь будет динозаврик. В общем, мои любят в ванной сидеть. И как до кучи добрала вот эти штуки. Просто девчонкам приятно сделать. Вот, имейте в виду. Такое там тоже есть. Ну и последнее. Это тени для глаз. А, когда я не могла нигде найти свои любимые тени. Вот они, я их сейчас на днях получила из Адора. Кстати, они чем-то похожи даже по дизайну, только здесь больше цветов. Я заказала вот эти тени с надеждой, что они могут быть похожи на мои любимые тени. Но в итоге я потом нашла все-таки свои. Но я уже заказы не буду отменять. Вот, сейчас посмотрим, какие они там. Там вообще, конечно, в iHerb'е есть большой выбор. Такая необычная упаковочка. Так. Посмотрим. О! Красиво. Жалко, что... А кисточка где? Тут типа кисточка не предусмотрена? Странно. Ну ладно. Но у меня есть кисточки. Посмотрим сейчас, насколько она. А, не, ничего так. Вы знаете, ничего так. Зеркальце большое. Так, вот мой любимый цвет розоватый. Ага, слушайте, ну неплохие, кстати, тени. Вполне себе даже. Ничего так. Так, сейчас темненький возьмем. Угу. Да, жалко, что они кисточку не положили никакую. Меня даже это немножко удивляет. О, какой яркий. Не, ничего так, мне нравится. Есть чем поработать. Знаете, они достаточно плотненькие. Я люблю плотные тени. Вот это очень красивый белый. Такой жемчужно-белый. А и серый мне понравился. Нет, вы знаете, неплохие тенюшки. Можно на лето, мне кажется. Нормально. Зеркало большое. Достаточно. Видите, достаточно плотненькие, их видно. А если еще и основу под тени положить вообще, я довольна. Я думаю, что они мне подойдут. Ну вот и все. Надеюсь, я была вам полезна. До новых встреч!